Прямо у нас ее. Прямую? Зачем прямую? Прямую. Вот видите сколько? Видите сколько? Извещений. Можете проверить, что это все ко мне. Посмотрите, поддельных там нет. Я прошу прощения. А что прощение просите здесь? У вас есть обращение? Конечно, обращение. Обращение к вам поступало. Мне, пожалуйста, обращение свое, я его. В декабре 2020 года обращение было. Так, в декабре 2020 года. Да. Что за обращение? Что за обращение? Для организации проверки направляется жалоба по факту невыдачи почтовой корреспонденции сотрудникам Почты России. Вы куда перенаправляли это мою жалобу, которую прокуратура республики направляла? Вы направляли Почту России. Такое имя. Я жаловался на Почту России. Вы направляете Почту России, чтобы возбудили на них уголовное дело. Вы ответ получили на это обращение? Какое обращение? Что вы перенаправили? В декабре 2020 года. Как я могу получать? Где-то здесь, наверное, она. Я могу этот получить? Вопрос, хорошо. Подождите. Куда пошли? Куда пошли? Да. Сейчас она сказала, выясни, какое обращение декабря 2020 года. Что будет? Здравствуйте. Выясни по поводу обращения декабря 2020 года. Потом спустится, да? Спустится? Была мне. Да. Я хотела довести до вас, что действует приказ вышестоящего прокурора, что здесь у нас запрещена видеосъемка. Это ваш приказ. Объект решения. Ваша конституция у нас... Я просто хочу предупредить, что если мы будем продолжим, я прием должен буду прекратить. В отношении доводов, я проверила сейчас ваши доводы, ваше обращение в том числе было направлено для рассмотрения в правоохранительные органы, для принятия процессуального решения. Если вы ответ не получали, я вам направлю. Как я могу получать? Вы знаете, кому отправили? Вы отправили? Вы можете ко мне подойти, я вам... Подождите, ты отправила, правильно? Ты же знаешь, что я не могу. Я прошу прощения. Вам копию необходимо сделать? Чего? Копию ответа. Сопроводительного письма в управлении. Там, по-моему, телефон был указан. Почему не могли позвонить? Мы ответы направляем по адресам, соответствующим по электронным. Знаю, что я не могу получить. По домашним адресам. Подождите. Я... Ты же знаешь, что... Еще раз... Я не могу получать и вообще отправлять. Я хочу сказать, что если вы продолжаете съемку, я прекращаю прием. В любом случае у вас есть право написать любое письменное обращение. Если нарушены какие-то права, мы, естественно, примем производство, рассмотрим. Какие меры приняты? Ответ будет вам. Какие меры приняла? Извините. Как прокурор. Всего доброго. До свидания.